Приветствую всех на своем канале. Тема сегодняшнего видео у нас вот такой вот замочек с буковкой N неизвестен. Неизвестен и нет ключа от этого замка. То есть фирма-производитель, страна неизвестна. Вот. Если вам известно, можете написать в комментарии. Будем благодарны. Значит, замочек такой. Такого плана, английский профиль ключа, 5-пинка. Вот. Значит, одна сторона стоит крестик, если вы обратили внимание. То есть, если здесь стоит крестик, то эта сторона не рабочая. Вот. То есть, таким образом мы маркируем нерабочие стороны. Если мы пересылаем вам замки для обучения, и вы получаете замок с крестиком, то есть открывайте другую сторону. Итак, давайте попробуем открыть этот замочек. Посмотрим, сколько на это уйдет у нас времени. Открывать я буду его обычной клюшкой. И, естественно, обычным натяжком. Вот, то есть стандартная технология — перебор пинов. Перебор пинов с небольшим секретом. То есть техника и секрет будут изложены в уроке, который поможет вам обучиться методу вскрытия данных замков. Если вы будете кое-что понимать и кое-что знать, то вы эти замочки будете очень быстро такие открывать. И уже через 15 минут после тренировки вы, думаю, сможете открыть свой первый замок с английским профилем ключа. Поэтому, если вы хотите... Так, одну секундочку. Поэтому, если вы хотите обучиться вскрытию замков с английским профилем, вы можете без проблем написать мне, ссылочка будет на Telegram в описании. Как мы видим, мы открыли этот замочек. То есть также дальше будет еще один урок по вскрытию замков с точными пинами. Но этот урок будет более углубленным, нежели тот, который на канале. И я думаю, после его изучения вы с 99% уверенностью, естественно, с моей помощью, сможете открыть такие замочки, как колея и другие замки с точными пинами. Подписываемся на канал. Всего хорошего.